Ребят, всем привет! Я решила записать вам интересное видео, некоторые факты об арабах, которые мне уже приглянулись. Значит, я вам расскажу о восьми. Восьми? Почему я показала четыре? Interesting. Итак, первое это иншалла, иншалла. Иншалла, все, если тебе сказали иншалла, это значит, что просто никогда. Ты можешь забыть о своей просьбе, и будет лучше, если следующий уже вопрос, ты сразу же, хорошо, если, например, у них есть иншалла букра, то есть дословного перевода даст Бог завтра. Но когда ты слышишь это от арабов, то есть, ну, все, никогда. Все, хватит. Забудь. Дальше это вот у них просто вот у каждого я это слышу. Валла, валла, оксимбилля. И вот с таким выражением лица. Что же значит это? Валла оксимбилля. Это значит типа, господи, да я клянусь. Что самое интересное, да, то, что арабы, они всегда клянутся. Если у нас это, в принципе, у нас это не принято, кто-то считает это неправильным, богохульство, то здесь это на каждом слове, на каждом шаге мы это можем услышать. И тоже обычно, в частности, если они это сказали, «Вэлла оксимбилля», это значит, что тоже я там приврал, я приукрасил. Не всегда это является правдой. То есть, да, я клянусь, это у них абсолютно ничего не значит. А дальше это моя любимая «Машалла, машалла», что засловно означает, это как красивая красавица, что-то красивое, там красивое платье, красивая девушка. «Машалла, машалла». Дальше у них интересно вот это «Шу, шубиддек», интересное движение рукой «Шу». «Шубиддек» — это «что хочешь». То есть так. А дальше вот это у них «мин аюни». Это значит, если ты у кого-то спрашиваешь, например, про стакан воды, что-то помочь, и вот они вот так «мин аюни». Это как от моего... как-то не знаю, как объяснить, но это значит, что все, 100% я вот это все... Я сделаю все, что ты просишь. «Мин аюни». Дальше это вот фишка у них, цоканье. У нас, например... Там, например, ты покушала, и они отвечают, вот это вот прям вот, машалла, машалла, очень нравится мне это. Там, я не знаю, там, ты что-то сегодня сделала? Машалла. Дальше, стенна, швай, швай. Это означает, подожди, дай мне минуту, послушай меня. Швай, швай. Стань, швай, швай. Дальше для них это хаос. Хаос, ну нет. Типа, все, хватит, мне это не нужно. На самом деле страна интересная. Я надеюсь, вам понравился мой небольшой это видеоблог по поводу арабских, как это сказать, на русском. Ну, вы поняли.